Вот он, парк Долорес. Ходит очень много здесь интересного народа. И играют и так далее. Главное ходить с уверенностью, даже с собаками. Вот, здесь люди играют. Я тут целое видео громадное снимал, чуть ли не 40 минут или час. Но, наверное, оно будет расплывчатое, не такого хорошего качества, как это. Здесь очень много интересных, как говорят, characters. Таких, вот эта девушка опять. Таких людей, которые, как бы... Вы понимаете, о чем речь, да? То есть людей таких, как сказать, персонажей. Вот слово, персонажи. Вот, сейчас они будут акро-йогу опять делать. Сейчас девушка пытается влезть, а потом раз и на руки ее взять. Это нелегко сделать. Ой, упала. Кто-то на кого-то влез. Это, кажется, девушка на девушку. Вон они. Ну ладно. Так. Вот он. Даунтаун Сан-Франциско. А в зеркалах... Кто-то мячик бросил, ничего себе. В зеркалах... Смешанная пара тоже, как у нас с женой. В зеркалах отражается заходящее солнце. Розы. Я думал, тюльпаны сначала. Интересно, так люди одеты как-то. Необычно. Друг другу дарят цветы. Ну вот, закат. Смотрите, какой красивый город Сан-Франциско. В любое время дня. Солнце садится там. Вот там океан. Вон та громадная горка, с которой я съезжал. Не забудьте посмотреть в разных сетях это видео. Идите, то есть, идите на канал оттуда, на Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Оттуда пишется OT, цифра 2, DA. От, to, от английского 2, да. Оттуда. Так люди радуются жизни. Ай-яй-яй. А те все пытаются встать друг на дружку. А девушки все тоже друг на дружке. Холодно, однако. Тяжело, но тренируются. О, на руках стоит, молодец. Вот такую гибкость надо иметь. Вы видите, там девушка мостик делает. Молодец. Wow, that's a great outfit. Are you a character from somewhere? No, from real life. I know you are, because you talk to me, that means you are real. Nice. Человек одет так необычно. Кого здесь только не увидеть, ребята. Кого не увидеть. Я уже ничему не удивляюсь. Гибкая девушка, которая мостик делала. Где тут мужик, который ходил, кое-что продавал? Я уже, ну вы видели. Это же легализировано сейчас в Сан-Франциско. Но, наверное, надо все равно рецепт иметь от врача, чтобы покупать. Сами понимаете, что травку. Прыг-скок. С одного коврика на другой. Мне очень хочется тоже развивать гибкость. Поэтому я на йогу тоже хожу. И надо делать... Падает. Мостик, да. Чтобы гибкость позвоночника иметь. Вот так. Видите, аж назад. Вот так вот. Стоять вот могу. Вверх ногами. Ой. Я бы себя показал. Ну да ладно. Хоть чуть-чуть, чтобы вы поняли, кто это и с вами говорит за кадром.
Надо семью искать, а то они соскучатся без меня и поиграть с дочкой. Прохладно уже. Опа, спрыгнул. Друг друга сняли. Тоже девушка в шубке. Кто в майках, а кто в шубке? Вон там, видите, вертолет летает. Вертолет пролетал над Сан-Франциско. О, задний. Надо пацану сказать, что он носок потерял. А как? Съехал с ноги, слетел носок. Так, детвору искать надо, а то они пропали куда-то. Ну ладно, пока. Всего хорошего. Это была трансляция Сан-Франциско с канала «Оттуда». Найдите меня в сетях. Пока. Fun music, right? Yeah.